Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – романтизм в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Мы сегодня рассмотрим вопрос о становлении романтизма в поэзии Пушкина, определим этапы его лирики, уясним, в каких жанрах поэзии формировался романтизм, как поэт подошел к формированию истинного романтизма и преодолел его односторонность. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Формирование романтизма в лирике Пушкина. Романтические поэмы Пушкина. Романтическая основа драматургии поэта. От романтизма к реализму в романе в стихах Евгений Онегин. Первый опыт гражданского романтизма Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин прошел в творчестве через все стадии духовного развития передовых людей конца XVIII – начала XIX века. Продолжил завоевание русского романтизма Жуковского, Батюшкова, Баратынского, возглавил романтическую школу, получившую определение поэты Пушкинского круга. Он начал писать стихи уже в лицее, где поощрялось увлечение поэзией. Был принят в общество «Арзамас» и «Зеленая лампа», лицейская тематика, свободомыслие, независимость от официальной идеологии. Сделало его известным еще до выхода из лицея. Первым опытом поэзии гражданского романтизма является стихотворение «Лицинию» 1815 год. В нем описываются события в Древнем Риме, которые погубило рабство. Пафос стиха близок политической лирике декабристов. После окончания лицея Пушкин поступает в коллегию иностранных дел, но служба интересует его мало. Пушкин сближается с декабристами Николаем Тургеневым, Никитой Муравьевым. Поэзия Пушкина в восприятии декабристов. Он не знает о существовании политических обществ, но близок к их литературным интересам. В этот период создаются яркие образцы гражданской лирики, которая является образцом гражданского романтизма. В стихотворениях «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня» гражданский романтизм получает лирическое звучание. Начинающий поэт продолжает реформировать жанры элегии и послания. В них личное и общественное образуют единое целое. Форма дружеского послания к Чаадаеву раскрывает душевный мир гражданина. Радищевские ноты послания оказали большее воздействие на читателя, чем политические послания Радищева и поэтов-декабристов. Вольнолюбивая лирика Пушкина. Стихи Пушкина расходились в списках. Вольная лирика Пушкина отразила новый шаг в развитии гражданского романтизма. Жанр легкой поэзии получил гражданское направление. Пафос служения обществу вполне в духе классицизма. Но сама форма его другая. Стихотворение «Деревня» также меняет жанр сельской сентиментальной идиллии Карамзина в первой части на гражданский пафос поэзии декабристов во второй. Он обвиняет дикое рабство, крепостное право. Антиправительственные и вольнолюбивые произведения Пушкина вызвали недовольство правительства.
Александр I намеревался отправить поэта в Сибирь. Его отправляют в южную ссылку после хлопот Жуковского и Карамзина. Руслан и Людмила. Первый опыт романтической поэмы. В 1819 году Пушкин заканчивает работу над романтической поэмой «Руслан и Людмила». В поэме еще много подражательного. Чувствуется влияние Вольтера, итальянской поэзии эпохи Возрождения, русской сказочной поэмы XVIII века. Обращение к русскому сказочному сюжету не было случайным. В русской литературе в это время проявился интерес к фольклору, народным сказкам, песням, к русской старине. Интерес ко всему русскому проявился после победы над Наполеоном на волне патриотических чувств. Пушкин в это время читал историю государства российского Карамзина, которая также была ориентирована на родную историю. Образ автора – вторичное воспроизведение себя. Новаторство начинающего поэта сказалось и на создании образа автора, его лирический, шутливый и элегический тон получит продолжение в Евгении Онегине, внесет в поэму лирическое начало. Курилов указывал на эту черту пушкинского романтизма. Романтизм в понимании Пушкина включает воспроизведение в характере главного лица характера самого автора. Этот признак – вторичное воспроизведение себя под разными масками, чрезвычайно устойчив для пушкинского понимания романтизма. Автору поэма не нравилась, он чувствовал ее несовершенство. Было желание писать о современности, так как литература должна служить обществу. Кавказский пленник – новый тип героя. Напряженная общественно-политическая обстановка соответствовала его новому замыслу. Поэма вызвала много споров, между тем он уже на Кавказе. Природа Кавказа вдохновила его на создание кавказского пленника. В центре поэмы пленник, дворянин, который разочаровался в обществе, поехал на Кавказ за новыми впечатлениями, за поиском свободы. Это новый, пока еще романтический тип лишнего человека, современника Пушкина. В поэме ощущается влияние восточных поэм Байрона. Образ пленника написан под влиянием героя Байрона Чайлд Гарольда. Пушкин недоволен поэмой, особенно образом главного героя, считает его списанным себя самого. Южные поэмы Пушкина. Природа юга, отдаленность от столицы, свободолюбивый характер вольных людей вдохновили его на создание целого ряда поэм. «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». В поэмах усложняется образ светского человека, который бежит от света и ищет свободу среди вольных людей. Алеко следует за цыганским табором, так как полюбил цыганку, но в нем сильны предрассудки своей среды. Он не способен быть свободным, убивает цыганку, которая считает себя свободным. Его изгоняют из табора. В уста старого цыгана автор вкладывает приговор человеку света. «Ты не рожден для дикой доли, ты для себя лишь хочешь воли».
В этой поэме ясно выражена позиция поэта. Пафос свободолюбия и ненависть к общественно-политическому строю. Теория романтизма Пушкина. Южная ссылка, поездки на Кавказ и в Крым, Кишинев, Одессу стали периодом творческого созревания. Это период расцвета романтизма, раздумий о судьбах поэта и его места в обществе, освоение главной темы творчества – народности. Лирика южного периода испытывает влияние французского поэта-классициста Шенье. Пушкину близок стиль французского поэта – эмоциональность, романтическая взволнованность. Рационализм Байрона и эмоционально-экспрессивный стиль Шенье образовали тот синтез, который был необходим для становления концепции романтизма Пушкина. Его романтическая система строилась на свободе формы, творческой свободе. Освоение норм романтизма не было интуитивным. Он формировал свои мысли в критических статьях о поэзии классической и романтической, возражение на статью Кюхельбекера, спорил с поэтами своего окружения, декабристами, с Жуковским, Рылеевым, Вяземским, Бестужевым. «Между берегами». Элегия «Погасло дневное светило» написана на юге, предстает как произведение новой формы. Это раздумье о жизни, в центре элегии личность автора, которая жаждет очищения. Образ грозной морской стихии создает контраст с ожиданием свободы. Скибин считает, что личность поэта помещена между берегом отдаленным и берегом печальным. Душа поэта устремляется к стихийной жизни природы. На юге поэт общается с пестелем, членами южного тайного общества, живет в атмосфере, которая предшествовала восстанию декабристов. Пушкин не был декабристом, не разделял их взглядов на свержение самодержавия насильственным путем. На его романтическую лирику оказывают влияние и европейские события. Его свободолюбивые мотивы того времени обращены к конкретным адресатам. Вольнолюбивая лирика южной ссылки. Стихотворение дочери Крагеоргия адресовано Георгию Черному, вождю сербского национально-освободительного восстания. Крагеоргий – герой и преступник, который ради свободы Сербии от турецкого владычества убил своего отчима, казнил брата. Таким же пафосом противостояния насилию отмечено одно из самых лирических стихотворений «Черная шаль». В лирике тех лет встречаются упоминания об испанской революции и греческом восстании. Пушкин знакомится с вождем тайного греческого общества Инсиланти. Эти события отразились в стихотворениях «Гречанки», «Война», пишет новое послание к Чаадаеву. Вольнолюбивая тема становится центральной в период южной ссылки «Узник, птичка». Образ Наполеона в лирике Пушкина. Это время пересмотра взглядов на свое творчество, поиск героя эпохи. Противоречивый характер носило отношение Пушкина к роли сильной личности в истории. Они занимали мысли поэта, так как он был свидетелем появления таких людей в жизни.
Первоначально его увлекла личность Наполеона. Концепция влияния сильной личности в то время получила название наполеонизм. В 20-х годах его отношение к нему изменилось. Стихотворение «Наполеон» поэт написал уже после смерти Наполеона. Соколов так оценил эту позицию Пушкина. Образ могучего баловня побед. Еще окружен здесь романтическим ореолом. Но герою-индивидуалисту Пушкин противопоставляет высокий патриотический подвиг русского народа. Творческая свобода поэта-романтика и современность. Войны в Европе и потеря надежды на либеральные реформы, отмены крепостного права, заставили Пушкина пересмотреть свои просветительские идеи, особенно тему назначения поэта в обществе. Он пишет стихотворение «Свободы сеятель пустынный». Эпиграф является изречением из Евангелия, которое придает теме вселенский масштаб. Сеятель показан как трагическая личность, за которым не идет народ, так как он вышел рано до звезды, его словно брошено на ветер. Пушкин ищет в романтической свободе самовыражения ответы на современные вопросы. Любовная лирика Пушкина. Гимн женщине. В столице растет популярность его поэм и южных произведений. Вольные стихи Пушкина распространяются в рукописном виде. В стихотворении к Языкову он открыто выступает против самовласти. Пушкина по распоряжению царя отправляют подальше от столицы, в село Михайловское, имение его матери, под надзор полиции. Ссылка продолжалась 2 года, с 1824 по 1826 год. Это также плодотворный период его творчества. В Михайловском он создает лирический цикл «Подражание Корану». Встреча с Анной Петровной Кёрн, которую поэт знал по Петербургу, вдохновила его на создание одного из самых проникновенных произведений его любовной лирики «Я помню чудное мгновение». Это произведение считается образцом любовной лирики Пушкина, хотя любовная лирика занимает большое место в его поэзии. «Признание», «Я вас люблю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Музыкальность стиха и проникновенность слов просились на музыку. В 1840 году композитор Глинка написал романс на эти стихи. Однако и любовная лирика под пером Пушкина подверглась изменению. Интимное чувство соединено с философскими размышлениями о судьбе поэта. Михайловский период лирики Пушкина. В Михайловском поэт работает над главами романа в стихах Евгений Онегин. Произведению он отдал более 8 лет жизни. Впервые в русской литературе роман обрел стихотворную форму. Сам автор еще не сознавал новизну направления. Думал, что подражает Байрону. Считал свой роман произведением истинного романтизма. Оторванность от столицы тяготила поэта. Его посещали друзья. Пущин, лицейский друг, привез ему в Михайловское письмо Рылеева «Горе от ума Грибоедова». Здесь же он узнал о восстании декабристов на Сенатской площади, казни 5 друзей и смерти
Александра I. Новый период творчества начался после разрешения Николая I вернуться в столицу. Сам царь обещал быть цензором поэта, что не сулило ничего хорошего. Травля поэта усилилась. Поэт все больше чувствует одиночество. Вольнолюбивая тема в лирике поэта приобретает еще большую глубину и трагичность. Женитьба на Наталье Гончаровой только усугубила отношение к поэту при дворе. Несмотря на тяжелое положение, он продолжает писать. В творчестве видит единственную отдушину. Работает над Евгением Онегиным, поэмой «Полтава». Христианская и античная традиции в лирике Пушкина. Целый ряд стихотворений декабристского образца. «Во глубине сибирских руд», «Орион», «Анчар» говорят о его отношении к декабристам. В конце 20-х годов по-новому звучит тема поэта и поэзии. Пророк, поэт, поэт и толпа. В пророке звучит голос поэта-гражданина. По древним верованиям пророки были проповедниками божественной воли. У Пушкина он еще неподкупный судья, обличитель общественных пороков. Эта тема получит продолжение в стихотворении Лермонтова «Смерть поэта». Использование в романтической лирике библейских образов и символики соединяет политические и христианские взгляды на происходящее. Пока еще не исследована в полной мере проблема отражения христианских тем в творчестве Пушкина, более широко Пушкин и православие. В 90-х годах 20 века на эту проблему обратила внимание Мальчукова. Она писала по поводу программного стихотворения Пушкина «Памятник». Христианская и античная традиции во многом различные, даже противоположные, примиряются в сознании и поэта и идут через весь текст памятника, по-разному взаимодействуя друг с другом. Полтава. Вопрошение истории. В конце 20-х годов Пушкин увлекается крупной формой. Пришло время обобщения взглядов на тему личность и история. Такой исторической личностью был Петр I. Пушкин писал о нем в разное время. Отношение к нему было противоречивым, от деспота до реформатора. В поэме «Медный всадник» Петр Россию поднял на дыбы, но ее преобразование несут гибель маленькому человеку. В поэме «Полтава» новый облик Петра, государственного деятеля, героя Полтавы. Петр противопоставлен изменнику Мазепе, которому отводится значительная роль. Победа над шведами понималась Пушкиным как символ внешней политики Петра. В поэме продолжается основная направленность пушкинской романтической поэзии, вопрошать историю, через нее судить о поступках великих людей. Болдинская осень. Поиск новых форм поэзии. Самым плодотворным периодом в творчестве Пушкина была Болдинская осень. Из-за эпидемии холеры поэт вынужден был провести в деревне Болдина 3 месяца. Задерживалась его женитьба, так как въезд в Москву был запрещен. Осень была любимым временем года для поэта. Болдинская осень – самый плодотворный период зрелого романтизма Пушкина. В Болдина он закончил роман в стихах Евгений Онегин.
над которым работал более 8 лет. За это время менялся характер героя и автора. Пушкину становилось тесно в рамках романтизма. Он искал новые формы отражения действительности, новое кредо творческой свободы. Форма романа, по словам поэта, нечто вроде Дон Жуана Байрона, но это лишь форма. По сути, он далеко ушел от романтической фабулы. Истинный романтизм поэта выражался в новой обрисовке характеров, поставленных в реальные жизненные условия. Истинный романтизм романа в стихах Евгений Онегин. Романтическая неразделенная любовь героев развертывается на широком фоне жизни русского общества 20-х годов XIX века. Показаны разные общественные слои, от мелкопоместного провинциального дворянства до великосоветских кругов. Истинно романтическое произведение и по форме было новым словом в истории русского романтизма. Это был синтез жанра эпоса и поэзии, романа и поэмы. Пушкин создал типичный характер молодого дворянина Евгения Онегина, помещенного в типические обстоятельства. Пока еще в русской критике не был определен новый метод реализм, но Белинский назвал роман энциклопедией русской жизни. Пушкину удалось определить и описать в образе своего героя болезнь века, русскую хандру, которая движет поступками противоречивой натуры Онегина. Он благороден и эгоистичен, пылок и холоден. Это уже не романтическая раздвоенность, а нечто большее, пока не имеющее названия «болезнь века». Но это уже другая эпоха, другое время. Автор создает один из прекраснейших образов русской женщины, образ Татьяны Лариной. Романтический характер героини, стойкость убеждений, чувство долга, воспитанные в ней жизнью в провинции, близость к народным традициям и верованиям. Сельский романтизм Татьяны и европейский Ленского терпят поражение в столкновении с действительностью. Метод объективного изображения характеров соседствует с романтическим миром природы. Холодный эгоизм и рассудительность Онегина вызвали нападки романтической критики, что еще раз подтверждало живучесть его характера. Пушкин иронизирует над своим героем, вводит в повествование маску рассказчика, в которой узнаваемы черты самого поэта. Прототипом Онегина считали Чаадаева. Многие современники узнавали себя в этом романе. Финал романтической поэмы также нарушен. Роман обрывается на кульминации, объяснении Онегина и Татьяны, которые убеждены во взаимном чувстве. Отчужденность Татьяны от общества романтическая, иное дело Онегин. Поражение Онегина не только в невозможности любви, но и неприятии лживых законов света, воспитавших в нем лишнего человека. Только спустя 20 лет термин «лишний человек» получил определение в русской литературе. Но это уже была другая эпоха, другое время. Метод романтизма в маленьких трагедиях. Романтический метод в поэзии Пушкина проявлялся в жанровой системе: лирика, романтическая поэма, драма, сказка.
Гипертрофированные отрицательные образы в его маленьких трагедиях восходят к драматургии Шекспира, увлечение которым Пушкин сохранил на всю жизнь. В «Скупом рыцаре» власть к золоту барона Филиппа разрушает даже отношения между отцом и сыном. Романтическая обстановка переносит читателя в отдаленные эпохи и времена. Положительные и отрицательные характеры и противостояния приобретают трагический характер. Непримиримость конфликта ведет к смерти. Пушкин словно возвращается к романтическому методу психологической разработки характеров. В трагедии «Моцарт и Сальери» показан трагический конфликт между Моцартом, творчество которого является служением искусству, людям, и Сальери, музыка которого – искусство для искусства. Безжизненность одного противопоставлена виртуозной легкости другого. Герои пушкинских трагедий, как у Шекспира, становятся нарицательными. Философский диспут в маленьких трагедиях. «Каменный гость» является обработкой известной легенды о Дон Жуане, которая широко известна в европейской литературе. Пушкин разрабатывает ее в жанре трагедии. В основе трагедии конфликт Дон Жуана с ханжеской моралью Средневековья. Однако он натура эгоистичная. Все его помыслы сосредоточены на личных переживаниях, нежелании принимать нравственные законы общества. Герой гибнет на пороге возможного счастья, чем вызывает сочувствие. Пир во время чумы воспринимается как непосредственное отношение к современным общественным событиям. Философский диспут о жизни и смерти во время чумы. Вспомним, что Пушкин из-за чумы остался в Болдино. Ставит вопрос о назначении человека. Гимн смелости перед угрозой смерти приводит к нравственной глухоте. Обращение к этой теме было навеяно одним фрагментом из поэмы английского поэта-романтика Джона Вильсона «Голод». В поэме чувствуется отклик автора на события холерной эпидемии 1830 года. Глубокий психологизм в обрисовке характеров в маленьких трагедиях сыграли существенную роль в утверждении реализма в творчестве Пушкина. Особенностью маленьких трагедий была также способность создания национальных характеров в их среде бытования. Тематически разные произведения объединены поиском истинно национальных черт характера, которые получат развитие в реализме Пушкина. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». Пушкин оставался романтиком и в реалистическом творчестве, тем самым предопределил жизненность романтизма в литературе. Пушкин понимал романтизм как новый шаг в развитии человечества. Разрушение норм классицизма приводит Пушкина к убеждению, что романтическое искусство развивается неравномерно, как в национальном, так и жанровом отношении. Пушкинский романтизм перерос в художественную практику его предшественников и современников. Для Пушкина романтизм – важный фактор свободы творчества. Новаторство в области формы переходит к познанию содержательной стороны нового отношения к жизни. Романтизм и искусство – одно целое. В конце 30-х годов он обнаруживает односторонность романтизма,
Ограниченность метода переходит в утверждение новой формы истинного романтизма. Пушкин-романтик и Пушкин-реалист становятся поэтом действительности. В реализме Пушкина сохраняются завоевания его романтического метода: верность природе, народность, метод изображения главного лица. Итак, мы с вами изучили тему «Романтизм в творчестве Александра Сергеевича Пушкина». Пушкин изучил и продолжил романтический метод своих предшественников. Романтическая лирика отразила новаторство поэта в области поэтических жанров. Теоретические и художественные открытия метода романтизма проявились в лирике, романтических поэтах, драматургии. Поэт отказался от однородности метода, создав истинно романтическое произведение «Роман в стихах» Евгений Онегин.